Партнер программы «Строительная компания Хуадун». Покупайте жилье выгодно, живите с удовольствием. В эфире «Новости экономики». Здравствуйте, с вами Валентина Сливка. И о главных событиях на сегодня. Минимальный размер оплаты труда повысят с 1 июля. Взять кредит под залог недвижимости предлагают в Благовещенске. Рабочие специальности вновь востребованы на рынке вакансий Приамурья. Госдума одобрила повышение минимальной зарплаты на 21% до 7500 рублей. Это приведет к финансовым проблемам некоторых работодателей, но обрадует молодых матерей. Сейчас МРОТ составляет 6204 рубля. Повышение соотношения минимального размера оплаты труда с величиной прожиточного минимума составляет 64,7%. По данным Минтруда, в первом квартале 2016 года прожиточный минимум в среднем на душу населения увеличился до 9776 рублей. Повышение затронет около 1 миллиона работников, из которых 87% трудятся в государственных и муниципальных учреждениях, а 13% в частных компаниях. У индивидуальных предпринимателей автоматически вырастут страховые взносы, а у некоторых бюджетников могут уменьшиться стимулирующие выплаты. Плюсом является то, что увеличение МРОТ приведет к увеличению пособий по беременности и родам для неработающих женщин. Социальная выплата привязана к этому показателю. Как погасить кредиты? Этот вопрос не дает покоя почти каждому. Некоторые выплачивают не по одному кредиту. И в сегодняшней ситуации, когда реальный заработок не увеличивается, делать это все сложнее. Как смягчить условия, думают не только потребители, но и сами кредитные организации. Подробнее прямо сейчас. Переплачивать или сэкономить? Банки предлагают новые условия. Низкий процент по кредиту для тех, кто готов предоставить недвижимость в залог. Так кредитная организация получает гарантию платежеспособности клиента. А в этом случае можно и не перестраховываться высокой ставкой. Сегодня можно взять кредит под залог недвижимости. Это действительно новое предложение на рынке банковских услуг. Оформить данный кредит можно на сумму от 300 тысяч до 15 миллионов, срок до 20 лет. Минимальная процентная ставка клиента устанавливается, когда берут сумму больше и предоставляют ликвидный залог. Ставка варьируется от 16 до 29% годовых. На ее снижение, кроме залога, может повлиять и хорошая кредитная история. Выгода продукта очевидна. Недвижимость во время кризиса не обладает высокой ликвидностью, но может помочь получить на руки большую сумму денег. Как показывает международная практика, успешное использование залогового кредитования выгодно как частникам, так и тем, кто планирует вложиться в свое дело. Главное – умело воспользоваться заемными средствами. Так в кратчайшие сроки можно рассчитаться по мелким кредитам. Пока кредит под залог недвижимости остается для российского потребителя новшеством. Но, как показывает практика, подобные предложения быстро приживаются. Требования рынка труда меняются. Сегодня вновь востребованы люди рабочих специальностей. Тем более в Амурской области, где строится немало важных объектов. В центре занятости населения прошла ярмарка учебных мест строительных специальностей. Учебные заведения продолжают набирать абитуриентов на специальности, нужда в которых с каждым годом снижается. Но молодым людям, которые стремятся получить высшее образование, стоит учитывать требования сегодняшнего дня, когда требуется прежде всего высококвалифицированный рабочий персонал. Центр занятости населения сейчас предлагает очень много вакансий по рабочим специальностям, большая часть из которых – строительные. Поэтому центр регулярно организует специализированные ярмарки учебных мест, повышающие престиж строительных специальностей. Сегодня мы постарались задействовать и работодателей, которые расскажут о престиже строительной специальности школы, и тех ребят, которые уже могут показать на своем личном примере, насколько им приятно учиться в стенах учебных заведений, которые готовят строителей, и насколько они видят свою будущую профессию. На ярмарке учебных мест ребята познакомились с представителями компаний, которые многие годы занимаются строительством объектов на территории Амурской области. Они поделились опытом и рассказали, почему гордятся своей профессией. Строительство предлагает массу направлений. От штукатура-маляра до инженеров, монтажников, архитекторов и других востребованных специальностей. В этом году у нас выделено 425 бюджетных мест, в том числе и как раз таки на специальности строительной отрасли у нас выделено порядка 200 бюджетных мест на базе 9 и 11 классов.
У нас между колледжем и ведущими строительными предприятиями Амурской области заключены договоры о прохождении производственной практики по профилю специальности. В дальнейшем у ребят есть возможность устроиться по специальности и продолжать профессиональное развитие уже на предприятии. В общем, если профессия строителя вам нравится, то конкуренции бояться не стоит. Увлеченный своим делом человек работу обязательно найдет. И на сегодня это все. Желаем вам быть в курсе всех событий, финансовым достатком. До новых встреч на Альфа-канале. Партнер программы – строительная компания «Хуадун». Покупайте жилье выгодно, живите с удовольствием.